Едва не сошлись в драке. Недовольные тем, что им не разрешают въехать на тракторах в столицу, протестующие фермеры устроили стычку с правоохранителями. Инцидент произошел у села Дончены Яловенского района, куда стянули десятки сотрудников полиции. Вы пытаетесь же отпасать агрикультур. Воров, ажутации, уницы во всему. Где же здесь. Найлучший дом! Найлучший дом! Найлучший дом!